Привет всем! Ice Bucket Show! Итак, мы в городе Рига. Это ICL Ice Bucket Challenge на Johnny TV. И сегодня мы будем прикалываться. Ребята, извините, мы вас немного потревожим. Мы задаем один вопрос. Вы знаете, что такое Ice Bucket Challenge? Да, знаем. Вам бросал кто-то уже вызов? Нет, еще. А если бы бросили, ты бы выполнил вызов или заплатил $100? Я бы выполнил вызов и заплатил $100. Это правильное решение. Прямо сейчас. Давай, пошел, Оскар. Нет! Стоп, телефон! Все, спасибо вам. Давай, удачи. Привет. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Вы знаете, что такое Ice Bucket Challenge? Да, я знаю. Ice Bucket Challenge — это, я так понимаю, что благотворительная акция, при которой знаменитости выливают на себя воду, да? Да, но она... И если они выливают, либо $100 дают, если они не выливают. Сейчас бы ты не согласился. Есть камера, есть вы, я вам бросил бы вызов. Согласились бы или нет? Спасибо нет. Большое. Нет. Я нет, потому что я, в принципе, девочка, у меня вообще... Ради благотворительности нас простите, так что, Игорь, давай. Блин, тогда простите, девчонки, или сдавай. No, okay, sorry, Илис. Sorry. Ну тогда простим нас, пожалуйста, Игорь, давай. Телефон не вытащил. Вытащи телефон. А где я буду сидеть после этого? Это неожиданно. Случайно незнакомец в городе Рига. Мы находимся возле Лайновских часов. Согласился участвовать в Ice Bucket Challenge. Ты готов? Ну тогда извини. Вы готовы, дети? Вы готовы? Итак, это еврейская община города Риги. По-моему, Johnny TV жертвует $100 для ALC Ice Bucket Challenge. Все, ладно, спасибо. Спасибо, Лёша. Ну, кто-нибудь решится? Кто согласен? Кто не боится воды? Конкурс мокрых маек! Типа того. Только мужских мокрых маек. Да. Ну, давайте женщин. У меня тренировка через полчаса. Ну вот, как раз, по-моему, что перед тренингом. Ну, кто-то согласен? Кто-то готов быть мокрым? Всегда. Согласен. Давай, иди черпай. Это Рига 2014. Поехали, Ice Bucket Challenge. Раз, два, три.